Всех рад видеть на канале Автохакер. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ведь впереди много интересного и полезного контента. А сегодня мы поговорим про крюки, то есть лайфхак вам. Значит, у нас автомобиль, вот смотрите, BMW, да, к примеру, и нам нужно было его переправить с одной точки в другую точку. Это очень было сложно, так как не было вот такого вот крюка. И мы самостоятельно сварили. Вот вам лайфхак. Берется обычный болт, покупается, узнается штангенциркулем резьба, или может какой-то у вас есть старый болт, и сварочкой, видите, шайбу какую-то или гайку навариваете просто-напросто и пользуетесь таким вот крутым лайфхаком. К примеру, на автомобиль BMW стоит вот такая вот фишка 1500 гривен, а если самостоятельно, она получилась в 70 гривен. То есть болт купили за 50 и, соответственно, гайка 20. И вот так вот снимаете защиту, вот эту вот, и накручиваете его. Потом берете ключ и сильно зажимаете. Вчера мы так транспортировали этот автомобиль, и все выдержало отлично. То есть болт каленый, хорошего качества, гайку огромнейшую наварили и сэкономили кучу денег. Пользуйтесь вот таким вот полезным лайфхаком и экономьте свои деньги. Всем пока!